Так, мне приснился флешбэк с войны, кошмары. Проснулся в панике. Хочу пить и курить. Найс, проснулся, блядь. Доброе утро, нахуй. Добрый вечер, блядь. Так, сишки давай закурим. Вроде никто к нам не пришел. Все вроде пока неплохо. Так, а попить что-то сообразить? Ладно, там в здании попью с крана, бутылку наберу нормально. Там кто-то ходит или мне показалось? Показалось. Двухстволка валяется, пускай лежит, ладно. Пока она мне не сильно нужна. Так, здесь никого, кстати, мужского я еще не лутал. Опа, бинт видел, сюда. Кстати, надо бы надело ну, продезинфицировать этим вискарем их. Опа! О май! Аптечка первой помощи, о боже. Ну, кстати, в ней не лежит. Давай сейчас даже дополнительно. Кстати, она будет в руке видна? Да! О, круто! Вот это кайф, вот это шикарно просто. Скальпель, бинт. О, ну салфетки есть. В целом, вообще ничего так. Но очень хотелось, конечно, бутылку диссредства. Ну ладно. Как-нибудь и с виски обойдемся. А, так, кстати, здесь я помню, были у нас газировочку. Давай бахнем. Это с собой, это с собой. Так, что я еще не сделал? Бля, зачем я газировку выпил? Надо было воды с крана попить, бля. Завафлил. Пистолет надо было, кстати, выложить тоже, я поспешил. Ушел из дома. Хочу к той парковке сходить, там машины посмотреть, которые за зданием. А потом надо бы сходить к той парковке, где я видел ключи на земле, там возле полицейского участка. И посмотреть, от чего эти ключи. Так, о, мая, тут никого почти, да? Они все трутся, конечно, блядь, возле моего здания, но... Надеюсь, они мой контейнер не найдут. Так, здесь еще было. Помню, залез, ключей в зажигании не было. Но это же не значит, что их в бардачке нет. Не значит, ладно. Футболка. Блять, надо умыться еще будет. Ладно. Надеюсь, это не будет сильно громко. Банна. Не пойму, они что-то поняли или они просто ходят? Нет, вроде ничего не поняли. Даже вот это, кстати, ближняя, она ничего не поняла, походу. Так, давай за водительское. Ключей нема. Двери закрыты. Можно открыть. Бета-блокаторы не нужны, я, блядь, ветеран. Ах, жалко. Жалко. Так, ста, на крышу можно пойти выйти. Помню, тогда хотел это сделать. Так, ты что здесь забыла, подруга? Давай-ка ты приляжешь. Алло, будешь ложиться? Отлично. Куртка, топик, юбка. Че у меня, кстати, по монтировке? Надо ее поберечь, но уже половину уже сломал. Так, какие-то компьютеры. Лист бумаги. Ну, здесь какая-то диспетчерская или типа того. Да? И выход на крышу. Причем на охуевшую такую крышу. Пану здоровая. Да, здесь, конечно, можно было бы клевый огород устроить. Натаскать земли в мешках. Потому что огород на крыше это прикольно, как по мне. Так, там что за дверь выбитая? Так, ее кто-то выбил, да? Никого тут нету, ладно. Листы бумаги, доски.
Я, по-моему, где-то здесь холодильник слышал. По-любому тут, наверное, у них... Да, вот слышал. У них какая-то кухня, наверное, здесь есть. Да? Да, вот она, отлично. Считай, у меня даже тут в досягаемости, даже пускай лежит, наверное, это все здесь. В досягаемости у меня здесь, если что, даже холодос есть, микроволновка. Интересно, кстати, контейнер. Еще, кстати, ванна. Контейнер считается как здание, помещение, допустим, если в него холодильник поставить. Будет ли он там рабочим? Надо будет проверить, какую-нибудь лампочку повесить внутри контейнера. Блять, а тут уже пришли, кстати, ребята. Пятеро, да? Какой-то он солист дедклок, блядь, стоит просто. Волосатый, черный. Так, он одна ушла, это мой шанс. Они в меньшинстве. Пора действовать. И музыка пошла. Давай, нахуй. Светленький, ты первый. Ой, блядь, пиздец начался. Ой, сука. Там толпа подъехала. Нахуй от меня. Блядь. Так, за скамеечку. Чё? Ебать. Похуй, они по ней прям идут. Есть. Минус один, нахуй. Отходи, блядь. Так, а я могу сквозь... А, ну да, и я сквозь нее могу бегать. Она не считается как препятствие. Блядь. Значит, вокруг колонн буду мансить. Нахуй от меня. Нахуй. Сука. Твоих положил. Ой, как хорошо, пока все идет. Давай, быстренько этих разобрать. С меня, кстати, очки выбили. Вон они лежат. За спиной никого. Отлично, продолжаем. Ты, сука, давай, бородатый, блядь. Отошел, нахуй. Сука. Ну и ты, блядь, давай. Один остался. На. Фух. А я их вынес. О! Нет. Поспешил с выводами. Да сука! Да отпусти ж меня, блядь! Блядина! Фух. Очки на место, блядь. Все. Теперь все. Отдохнуть. Отдохнул. Все. Так, что я хотел сделать? Хотел сходить на ту парковку дальнюю, да? Так, вот здесь двое у меня бродят еще по зданию. Мне это не нравится. Ты в кепке, давай сюда, нахуй. Ны, просто унес ее. Теперь ты давай в очках. Отдыхай. Фух. Что у меня, кстати, по защите? Перчатки, наверное, дают, да, что-то? Да, левая кисть, правая кисть. Через окно. Бля, они сейчас здесь начнут заходить, наверное, да? Ой, что делать? Ладно. На самом деле даже неплохо, я так потихонечку, а все равно тут округи зачищаю. Со своей монтировкой. Которая, кстати, возможно, скоро пиздец уже придет, и вот это будет беда. Пиздец. Да, что-то их многовато. И силы у меня уже начинают кончаться. Блять. Давайте погуляем с вами.
Надо пойти их, короче, отвести. Сука. Тут пока идти-то негде толком. Тут сейчас, да, толпа стоит? А, нет. Уже все ушли отсюда, лол. И он какой-то нож в спине. Ну-ка, отдавай. Давай нож. Блять. Потом, ладно, заберу. Я тебя запомнил. Ой, ладно, пойдемте погуляем. Чё теперь? Чё уж теперь? Где-то чипсы собирал. Идёте там? Пошли. Пойдем кругаля сделаем вокруг дома. Ты куда вот идешь, сука? Сюда иди. Чё ты там по моим помойкам лазишь? Кто бездомный, блядь. Сюда нахуй иди. Чё ты мне там принес? Садовая вилка. Похуй, давай возьмем по приколу. Основную давай. Бать, ну вилка сейчас кого-нибудь просто. Блять, там дверь ломают. Давай, кто на меня? Вилкой буду урабатывать. Ны! 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 Лежать. О, вилка, кстати, это же как нож почти идет. Сейчас же можно так подпустить, а потом... Ны! Сука. Нет. Троих уже вилка, я боюсь, не разберу. Тут уже мой ломик дело идет. Вот бы мачете где-нибудь найти было бы охуенно. Мачете я бы, конечно, тут вообще бы разносил всех. Ну или катану, да, тоже чего нет. Вот бы один контейнер был, короче, ты понял? Какая-нибудь фирма упаковки катан, понял, типа перевозит на корабле. Было бы неплохо, открываешь вот там один из этих контейнеров, а там он катанами забит. Кайф. Так, итого, я-то уже спать хочу. В целом-то можно умыться, наверное, и спать лечь. Да и помыться, да, наверное, одежду постирать можно же сейчас. Если не ошибаюсь, сейчас сделали так, что можно без мыла мыть, но на это уходит очень много времени. Тяжело, тяжелее отмыть. Умыться давай, моемся. Здесь меня тут никто не обойдет пока. Вот так вот, кстати, вот спиной к ней. Колонки, да, плохо. Так, теперь умыться, стирать всю одежду. Ой, ебать, это, кстати, очень долго. Итого, чистенький, блядь. Прям как будто только начал играть, прям. А, кстати, сумка грязная, вон, с пифа поляпали, сука. А если его снять, как-то можно помыть? Нельзя. Ну ладно, буду с грязной сумкой ходить чуть. В целом я устал, можно теперь и спать пойти. Да? Блять, опять по утрам кто-то шмаляет. Как же вы заебали уже. У меня, кстати, есть куча консерв. Это изумительно, но мне их открыть нечем, блять. Я же консервный нож так и не нашел нигде. Надо на ту кухню сходить. Больно, кстати. На стуле спал, легкий урон, сука. Ничего, сейчас быстренько пробежимся, разменемся, нормально. Скорость слегка снижена. Надо съесть чего-то, чтобы быть сытым. Допустим, вяленое мясо теперь бахнуть придется. И, блин, я шмотки-то не выкладываю, которые с собой ношу, нахожу. Там платочек, снотворное, аптечку. Хотя аптечку, наверное, не стоит пока выкладывать. Так, ХП восстанавливается, все, отлично. Здесь уже мухи летать начинают, вонять. Начинает это все, блядь, гнить тут. Так, где там была... Блядь. Ну что ты вот сюда пришла, а? Ну надо было оно тебе, блядь. Сука, заебали уже. Ну еще он, блядь, куда-то лезет. Да нахуй с моего болота, блядь. Монтировочки, кстати, уже не очень. Где кухня была, блядь? Вот он. Консервный нож, пожалуйста.
Спасибо. Орешки я возьму, пожалуй. А боль все не проходит, кстати. Надо же им поудобнее стул взять и притащить будет. Еще одна садовая. А, нет, это моя садовая вилка, лол. Она застряла в ней. Надо найти какую-то кровать, раскладушку, что-нибудь. И притащить к себе в контейнер. Вот, кстати, вот это вот, по идее. Они же удобнее, чем на стуле. У меня строительство 0 из 2, я, наверное, не смогу даже. Жаль. Жаль, что я не в стройбате служил. Так бы сейчас разобрать смог. По идее, в машине можно спать, но машину, конечно, еще надо найти. Я знаю, где найти. Надо на ту... Блять. Эту суку надо убрать. Она тут шумит, мне это не нужно. Надо на ту парковку сходить, где ключи валялись возле полицейского участка там. Так, вот ты, блядь, что ты тут творишь? В спину, бэкстеп. Хып. А вот так и давай. Ну. Оп. Ваншот. И вилка, все, ну, забирай. Все, на память. Часы, кстати, надо зомби почаще осматривать на предмет часов. Наличие их. Что я делаю? Стоп. Ляж, нахуй, ты же одна. Что-то я вообще не это. Наушники, кстати, я заберу, пожалуй. Ой, давай ты не будешь за мной идти, ладно? Спасибо. Помойки есть что? Бутылка! Ну-ка. Ну все, розочкой сейчас будем решать всех. Она, кстати, мне кажется, одноразовая вообще-то на один удар. Ключ от такси есть. Есть, есть такси нахуй сюда. Спички, мое. Да что ты доебався? И сюда. Да, три удара. Три удара и все. Встань. И ты отстань. И ты от... Сука, отстань, сказал. Короче, такси это надо отсюда забирать. И, наверное, я пока даже буду просто в такси жить, а не в контейнере. Потом благоустрою себе контейнер. Хотя в машине тоже больно спать. По-моему, если не ошибаюсь, я спал в машине, мне тоже шея болела. Так что, может, таксишкой буду контейнер перекрывать или подход. И, кстати, очень много машин полюбас, еще одна из них. Хотя бы одна будет с ключами. Так, а вас сколько тут? Двое. Ну, давайте подходим. По одному только, пожалуйста. Давайте, давайте, дамы, я вас жду. Пауч. Лежать нахуй. Теперь ты. Валяш тоже. Не вставай, нахуй, я не разрешал. Ебать, так она с волыной и патронами была, о боже. У меня, кстати, вот уже три волыны, по-моему, и одну еще там дома оставлял. И все без магазинов. Но я, кстати, знаю, где тут магазины можно достать. Там же вон полицейский участок есть. Полюбас там этого добра навалом будет. Четвертка, но у меня вроде есть уже одна. Можно взять одну еще как оружие, наверное, было. Но уже похуй, я уже ушел. Это все хуйня. Опача. Вот это, кстати, надо запомнить. Что можно будет бензин перелить. Кстати, зачем переливать, если у меня там колонка стоит? Заодно можно даже сейчас будет забрать, проверить. Там вроде мало весит, да? 0,3 всего канистра. Да, она легкая.
Так, полицейский участок, а тут... О, так мне тут уже все подготовили прям. Какие молодцы. Блять, он через окно пролетел. Давай вылази, блядь. Нихуя ты пополз. Какой-то ты, блядь, нервный друг. Нож для масла. А давай-ка мы у тебя заберем это. Типа, бутылку нахуй с собой ношу, выкинь это, блядь, ты шо? Кровь, что? Я... Я, блядь, без ног. Я ходил кроссовками по стеклу, они испортились, я начал... Мне пизда. Мне пизда. Или нет? Надо драться. Короче, я ходил кроссовками по стеклу, кроссовки порвались, я остался босоногий, наступил босыми ногами на стекло, и теперь я погиб. Я пропав, нахуй. Ну, если я так до забора доковыляю, смогу перелезть, то я, конечно, может быть, еще поживу, да, но, блядь. Я уже от кровопотери начинаю отъезжать. Вообще, есть план, есть план, есть план, есть план, есть план, все хорошо. Ничего страшного, я выживу, все будет нормально. Перевязать бинт. Перевязка, надеюсь, поможет. А еще я буду сейчас по этим прыгать. Ой-ой-ой-ой. Меня сожрали, блядь! Сука. Ой, бедняга Купер. Два дня. Да кто ж знал-то, блядь, что нельзя ходить по стеклу? Пиздец. Ну это тупейшая смерть. У меня Верочка называется, сыграл. Меня он обгладывает. Ну хотя бы зомби не стал. Хотя быть съеденным заживо тоже неприятно, наверное. Беда.